Всем привет! Сегодня будем готовить праздничную новогоднюю закуску «Веселые снеговички». Сделать их не составит особого труда, да и по времени это займет считанные минуты, так как ничего варить и жарить заранее не нужно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Отправляем в миску творог. Добавляем в него немного соли. Хорошо разминаем вилкой. Выдавливаем чеснок. Кладем чайную ложку майонеза и размешиваем. При необходимости еще добавляем майонез, но понемногу, так чтобы масса осталась густой. Дальше вырезаем из черного хлеба кружочки разного диаметра. Из расчета по 3 штуки на каждого снеговика. Из самого большого круга делаем ножки. Теперь берем кусочек сырой морковки и вырезаем из нее носики. И бабочки. Затем высыпаем в миску кокосовую стружку, смачиваем руки водой и формируем из творожной массы шарики. Три для туловища разной величины. И два маленьких одинакового размера для ручек. Обвалим их в кокосовой стружке. Подравниваем и собираем снеговика. Каждый кусочек хлеба и творожный шарик для устойчивости смазываем майонезом. С помощью гвоздики делаем пуговицы и глазки. Вставляем носик из морковки и рисуем кетчупом рот. Теперь прокалываем снеговика зубочисткой и закрепляем на ней ручки. Устанавливаем на голову шапочку из двух кружочков хлеба. И цепляем бантик. Такую процедуру повторяем, пока не закончится творожная масса. Украшаем снеговичком майонезом и кокосовой стружкой. Вот и все. Быстрая новогодняя закуска «Снеговики» готова. Приятного аппетита и веселых праздников! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.